Итак, недостаток ленты одногодней. У меня одногодняя лента. Вот такая. При маленьком давлении. При маленьком давлении здесь есть большая утечка воды, а уже в конце маленькая. По сравнению с такой лентой, эта лента рассчитана на пару лет. Вот такая она. Это не лента, это труба капельного полива. Она толстая, хорошая. То же самое давление. То это проходит аж туда, в конец. Делает разворот на 180 и выходит сюда. Вот. И здесь капает. Можно заглушить будет эту. Одинаково, что в конце, что в начале. А в этой ленте, к сожалению, есть недостаток. Начало будет заливать, а конец будет, ну, я бы не сказал, что голодать. Может, оно еще разработается. Я не знаю. Ну да, уже колюшка набралась, но все равно я заметил, реально заметил, что было меньше. Вот я заглушил, как учили, такой заглушечкой, но что-то эта заглушечка не очень хорошо работает, потеря воды есть. Ну, как-то так. У нас идет на этой малине система вот такая. Здесь идет агротткань, сверху агроволокно, что защищает его от ультрафиолета. По бокам крупный пластик. Агроволокно сложено в две стороны, вот так, в две стороны, и урыто в ровно 30 сантиметров, чтоб малина корешки не пробивали и не росли здесь. Так, у нее будет два барьера. Сначала белый пластик, потом один слой гидроткани и второй слой. То есть три слоя нужно корешку пробить. Здесь подвернул туда в центр. Если нам не нужно ничего здесь, огурцы садить или что там, то можно просто завернуть хлёст нахлёст, и не будет никаких огурцов. Здесь так же самое. Три слоя от малины. И сверху просто агроволокно. Это называется агроткань. Это агроволокно. Агроволокно, как бы, это сотка. 100 грамм там на квадратный метр, или как там, сотка, короче. И это сотка, кстати. Или нет? Подожди, это 50-ка. Ну, лгать не буду. Знаю, что это ну, может, максимум 2 года служит. А это служит 5 лет. Если его прикрывать так, то может и лет 10 прослужит. Вот как-то так. Пока агроволокно, скажем, оно пропускает воду на самом деле. Но оно пока еще в масле или в чем, пропитка какая-то есть. Я смотрю, что водичка так собирается. Не хочет пропускать воду. Но нам это не важно. Эта капельница будет идти внутри, между этих двух пластиков. Будут проделаны отверстия под огурцы. Каждые 20 сантиметров будет куст огурцов. И эти огурцы будут заплетать это агроволокно и, в свою очередь, беречь его от палющего солнца. Сейчас палющего солнца нету, но вот июль будет, август. Я думаю, особенно в августе будет очень даже кстати, что здесь будет заплетено все огурцами. Эта пленка более будет долгожительней, если ее чем-то укрыть. Здесь также само будет укрыто агроволокном. Сейчас просто агроткань.
Зачем? Чтобы малина росла. Если корешок будет идти в сторону, он упрется в эту и даст сразу побег вверх. Он не пойдет дальше. Конечно, 30 сантиметров глубина, это небольшая глубина. Он, конечно, может пойти так, но там уже будет земля не очень. Почему? Потому что агроволокно закрывает всю влагу, и там земля будет просто сухая. Она будет сухая, и там неблагоприятная будет среда, чтобы малина подавала свои корешки. Я надеюсь, что малина будет давать своих детенышей, паганки, только в этой линии. Потому что она разрослась уже. До этого у меня был лес. Здесь, ну, здесь не так, а вот в начале, где более-менее тень идет, там уже образовался лес с малины. Причем, когда этот есть лес, ты не можешь зайти в малину, она колючая, ты не можешь прополоть ее нормально. Бурьян идет, растет, это просто сумасшествие. А так получается 1 фут от столбика в эту сторону и 1 фут в другую сторону. То есть с этой стороны можешь пройти по агроткани и прорвать. Конечно, желательно было вообще кинуть квадратные плитки такие, кинуть. Одна плитка, ну тротуарная, вторая, третья, чтобы можно было вообще ходить чисто по плиткам, чтобы не травмировать агроволокно. Может, это агроволокно и послужит и пару лет, если за ним хорошо ухаживать. Ну, может и 3 года. Я когда-то в Ютубе видел девушку, она говорит, что у нее по 3 года служит агроволокно. Ну, не знаю. Может, это все украинские материалы, все самое дешевое я взял. Может, какие-то чешские лучшего качества. Ну, бог его знает. Время покажет. Было бы, конечно, шикарно. Там у мамка говорит, где-то у нее есть старое белое агроволокно. Может, им белым застелить так, чтобы было более защищало от солнца. Ибо в действительности там будет самое пекло солнца. Здесь деревья еще есть. Они будут более защищать это агроволокно. Но вначале может имеет смысл расстелить какие-то старые агроволокна, если они найдутся. Да, капельная лента, конечно, меня немножко раз... Кап. Вот так капает она. Очень быстро капает, честно говоря. А ну сейчас я сниму с того конца, как она капает. Немножко. Ну и эта трубка, конечно, дешевле. Она хоть 1 годичка, но она дешевле и намного, в разы. Так, что у нас тут с этим? А, тут в принципе... Да, в принципе, нормально, одно. Ну, конечно, там быстрее. На процентов 50 там быстрее. Ну, бог его знает. Ладно, это не космос. С голоду не умрут и не засохнут. Хотя, конечно, да, здесь больше солнца. Хотелось бы сюда больше и этого, воды, конечно. Но фиг с ним. Как говорится, переживем. Вот такой видео будет на память, как я строил это все дело. Такие дела. Еще остались эти сделать. И эти понатягивать тросики. Вот такие дела.